Добро пожаловать, друзья. Это он Торонтед, и у нас сегодня Хэллоуин, да? Там кто-то был. Как, скажем, я знаю, там был чувак с топором, с разным лутом, но он меня не трогал. Всем привет. Привет, да, это Дашулька, и она в шоке от увиденного, потому что это у нас карта, по-моему, какого-то там святого принца, я помню, да, что-то было у нас такое. Принц Айленд какой-то там был. Да-да-да. И значит, вот такая вот карта преобразилась, она шоколадка. Даже не знаю, в лучшую сторону или нет, все стало такое какое-то мрачное, не хватает только тыковок и призраков, которые бы по ночам летали. А может, и летают, кстати? А я тебя прошу, только не карт. А ты заметила, сколько тут трупов? Притом трупы людей, что самое интересное. Тыковка! Привет! Где тыковка? Привет! Где там тыковка? Зомби рыжий. Да, вижу. По-моему, вот... Россию! Падай, еблик! Еблик? 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 Еблик, я не знаю, что такое еблик. Это что-то родилось прямо вот внутри меня. Подожди, так а чего ты не берешь одежду? Ты же хочешь, чтобы тебе все влезло? Я беру одежду. Не надо тебе ходить голеньким. Че я взял? Это что? А, это ремонтный комплект, нахер мне упал. Ну, сейчас машинку найдем, будешь смотри, меня. Смотри, я что-то. Вот я выбросил. Смотри, ну, что возьми. Это? Возьми. Это что? Карджек. Что такое карджек? Оп! Нет, я не буду прилетать. Ты шлинца, ты что делаешь? Я не знаю. Да, мы в шоке, друзья. Находимся, потому что тут реально война идет. Ну, красиво, слушай, мне нравится такой приглушенный свет. Приглушенный, пардон. Приглушенный свет. Кстати, я нашла канистру полную, поэтому учтите, сударь. Слушай, тут везде, кстати, валяется этот самый мясницкие ножи. Кстати, да, я вчера, да, когда зашла, я нашла маску. Тут добавили несколько... Это различных... ты? Да, это я. А, это твою мать. Тут добавили различные ништяки, типа одежды, вот эти тыковки. И я нашла маску Джейсона. Ух ты, надо будет примерить ее. О, найдет... смотри, тыква в воздухе левитирует. Может, ее забрать можно? Смотри. Тыква тыгашенная. А, это фонарик такой, смотри, это собака. Фонтарик. 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 Ля парами фонтары. О, фонарик я заберу, пожалуй. Господи, как жестко. Поимели-то наших друзей. Хорошо. Значит, наша задача с тобой найти оружие. Я вижу машину, она въехала в столб. Вон там. Машина готова. Машина готова, да, это мастер парковки. Да, Шуль, ты тоже так паркуешься? По-моему, так паркуешься только ты. Нет, я так и паркуюсь. Иногда, если совсем того, смотри, рип. Кто тут рипнулся? Тут рипнулся. Смотри, посмотри налево, посмотри налево, посмотри налево. А что там? А, тыковки, класс! Смотри, как забавно. Привет, тыковки. Это мне напоминает Rust. Там есть такая же тема с тыковками. Это приятно, что разработчики уделяют внимание. Ну, логично, раз у нас сейчас Хэллоуин. А можно ее забрать, разбить? Ну что ты вот как вандал, разбить. Я не вандам. А, вандал. Ты не вандал? Так, хорошо. Так, машина есть. Скажи, пожалуйста, у тебя есть канистра. Так, давай на заправке заправим ее. Она у меня заправлена. У меня 100%. Привет. Оп. Чирик пизды ку-ку. О, так давай, заправляй. Я сейчас развернусь. А, ничего, что, тебе ее починить надо. Нормальная машина. А как мне ее... А, все, вспомнила. Подожди, но она просто дымилась. А, эмпти канистра, все. Твой. Ой, дошуленция, пардончик. Лежа, едем, нет, едем, я сейчас присаживайся, поедем, заправим, вон поехали. Там явно можно. Поехали. И раз, смотри, как Олежка мастерски, просто мастерски. Я бы тебе посоветовала сейчас все-таки взять ту кар-штучку. О, человек. Ой, она горит уже, по-моему, это плохо. Так, я же так говорю, ну что, валим его, валим, дружка. Я умерла! Чувак, бежит к тебе. Я вижу. Ты его валишь? Пытаюсь. Карта дурацкая, повернись. Я ударил разочек его. Второй раз. Заберешь тогда мои вещи. Ай, он убил меня, сука! Я его два раза катаной чирикнул по чем-то. Я возле Саффорда появилась, кстати. Да, Шулька, ты так взлетела, как фанерка над Парижем, знаешь? Сам ты фанерка над Парижем. Как фанерка над Парижем взлетела. Я тоже, получается, где-то... Ты мне скажи, где возле Веллингтон-фарма. Шарлотка Таун, знаешь, где внизу, на 6 часов? Это совсем другое место, я буду умирать. Умирай, Дашуля. Умирай сегодня, в Хэллоуин можно. Можно, да? Дочь, да. Папа, можно? Можно, дочка, так, можно. Так, я возле этого самого Альбертауна, не хочешь? Я тебе знаешь, что скажу про Альбертауна? Ты не хочешь к Альбертауну? Тут мостики, слушай, тут тела. Слушай, там какой-то дом есть, какая-то постройка на той стороне. То есть ты хочешь тонко намекнуть, что я, ладно, я снова свою да, сусалю. Я пытаюсь тебе очень тонко намекнуть, что тут валяется разный интересный лут, стоп. И я, пожалуй, бы полутал. Это ты? О, это ты. Здорово! На, привет! Сука, тыхай! У-у-у!
Дашулька, там проблемы! Это в тебя? Там, где стрельба, да, там два человека луталось. Я думал, что подойду, черек ему, значит, по щам. Но, к сожалению, они сагрили зомби. Я не советую тебе туда идти, хотя иди, наверное, лучше. Подожди, а чем ты в них... Это они... Я кулаками, да. Привет, мертвец. Подожди, а кто стреляет из пистолета? А там два человека. Один с ружья, второй с пистолета. Я продолжаю рисаться. Я нахожусь возле аэропорта. Видимо, там, где ты и находился раньше. Да, там очень... Слушай, я... Там очень эпично, да, согласен. Я, может, убегу отсюда? Мне кажется, что тебе проще было бы риснуться возле аэропорта, и мы бы его полутали. Хорошо, я суисайднусь. Все, ребята, прощайте. Да, гамма, конечно, стала красивая. Мне стало меньше зелени и больше, как бы, радиус видимости. Я опять вижу свое тело. Да, да. Мне нравится, что мои тела разбросаны уже по всей карте. То есть по всем точкам респауна Дашулька уже, как говорится, скопытилась. Я отметилась. Угу. Да. Отметиться может какая-нибудь маленькая собачонка, а ты у нас там просто погибла, понимаешь? А мое тело снова бренное валяется. Да. Мое тело на асфальте. О! Возле Белфаста, но только, наверное, с другой стороны я нахожусь, поэтому пошли на дорогу возле... На дорогу. На дорогу. На дорогу. Беги на дорогу. Ты бежишь бегу, на дорогу. Я бегу. Быстрее, тут патронов беги, ни хрена нет. Тут ни хрена нет патронов, а понимаешь? А зачем тебе патроны, если они есть чего стрелять? Сраные пистолеты, кретины, а? Пистолет кретин, может такой Почему быть? Почему ты такой сраный пистолет кретин? Почему ты такой сраный пистолет кретин? Очень хороший диалог. Я вижу человека с чем-то... Это я, наверное. Нет, внутри аэропорта. Даже Ленция, ты, как говорится, беги. Да а у тебя бегу. Хоть какое-то оружие есть? Там хоть дерево что-то? Упало. Да, конечно, учитывая, что только что умерла. Альбанина. Альбанина? Это я считаю, там дерево валили, деревья валили. Я понимаю, вот он выходит, смотри, Дашулька. Я понимаю, они пустые, я уже проверил. Я молоток возьму, они пустые, я уже проверял. Так, давай его захерачим, смотри, у него есть... Как ты думаешь, он дружелюбный? Подожди, так не бей его. Убегает, смотри, что делает. А потому что я подняла пистолет, хоть он и пустой. Стоять! Подожди, так не трогай его. Сука. Я пока найду этот самый... Так, он отсюда не спустится, ты понимаешь? Он еще один идет. Да бей же его! Бей его! Чем мне убить? Мне нечем бить! Давай, еще один. С луком! Охренеть, убегай! Он меня стреляет! Убегай, Дашулька, убегай! Бегу! Что у вас... Убил я его! Хорошо, ёпта! Петушок, а? А как я хочу его? Пей, кушай, делай что угодно. Подожди, ты меня должен поохранять. А этот идет обратно. Я вижу. Если есть патроны, черекни его. Да нет у меня патронов. Хрен ты подойдешь, это наш лут. Так, подожди, что я тут понабрала? Кобра-бокс? А это у меня не кобра? Кобра-бокс? Кольт. Давай я возьму лук. Ну бери. Витамин. Кольт. Не берется лук, ни хрена. Кольт у меня есть? Че он пишет? Есть. My friend in the airport, он пишет. He died. Oh my gosh. А, дошел. Дошел. Твою мать. Сейчас я хочу... Падай. Падай. Кто на вас сагрился? Тихо. Дашулька, надо будет помощь твоя. Я понимаю. Зомби ублюдочный. Что, я не могу заправиться, что ли? Слушай, зомби какой-то бессмертный, что ли? Почему я... Дашуля, сзади его, сзади Вон давай. Вон еще сверху кто-то залез. Блин, слушай, что с патронами? Не знаю. Тут Валя... А, ты забрал, там был, да? Так, он агрессирует, нет? Ты же не агрессируешь. Вот пришел один. Вижу. Бегом к нему. Не могу, потому что... Иду. Бей его, потому что мне нечем бить. Нахрен бородай, слышь ты! Сзади идет. Я вижу, это вроде добрый. А он добрый? Пошел отсюда, это мой лот. На тебе, блин, по щам. Я сказал, это мой лот. Так он за кем бежит-то этот в красном? Паш, так что ж ты, давай, бомби его. То есть красный наш друг? Нет, ни хрена уже не друг, тут нет друзей. Конечно, я бы вот этого скандинава бы завалил, так. У меня 5% жизни! Да шули я меня! Я не могу найти, чем мне нужно для этого самого, для ближнего боя хоть что-нибудь. Мать, они лутают меня, ну хоть кулаком подойди ударь, не знаю там, ну хоть как-нибудь, видишь, лутают же. Все, залутали, блядь, как ты, ну, как вижу. Шакалы. А у тебя что-то было? Конечно, я весь лут с него собрал же, они за тобой бегут оба. Я поняла уже. Мне нечем бить, пойми. У меня два пистолета. Я понимаю, нахрена ж, они ж пустые. Выброси, возьми кулаки. Все, меня убили. Ну я не... Чтобы мне их выбросить, мне надо остановиться и залезть в меню. Ну, в принципе, у тебя время было, пока они там это самое возились. Со мной же. Они же со мной возились. Что это за место? Так, я возле... Что, я в Шарлотке Таун опять? Нет, я возле Кортни Айл. Ой.
Тут столько лута валяется. Слушай, тут реально Давай газ... я этот самый... Я к тебе попытаюсь, шарлотку. Текс. Нет. Ты чё, агрессивный, что ли, ёпты? Там все агрессивные. Да я понял уже. Какие-то неадекватные все. Ну, потому что Хэллоуин. Текс. Столько лута. Знаешь, где я? О! Так фонарь, я выпишу. Есть пила, но это вряд ли меня спасет. Знаешь, где я? Я возле Веллингтон Фарм. Серьезно? Вот сейчас могу туда перебраться. Это круто. Согласен? Давай. А, вот, они вальнули меня. Да-да-да-да-да, здесь вот я вижу. Давай встретимся возле Веллингтон Фарм. Давай-давай, сейчас пособираю вещь. Идиотизм. Я не могу понять, как перезаряжать оружие. У меня была кобра. Не, у меня был кольт, и у меня были патроны к кольту. Патронов нет, ни хрена. Почему я не могла перезарядить? Я не знаю, не подходит калибр, значит. Ну, кольт и патроны к кольту. Как ну, там надо В нажимать или Т, ну, там какая-то кнопка. Я Т и В нажимала, уже все подряд нажимала. Так, все, я приоделся, патрушки забрал. Мне не нравится, что тут много деревьев вырублено. Вырублено, да. То есть тут кто-то... Вижу. Так, здесь тихо. Слушай, скажи, вот, конечно. Ты? Я нахожу Шарлотка Фарм. Шарлоточка внизу, 6 часов. Фарм или Таун? Таун. А, ну так я тогда в Шарлоттаун бегу. Шарлоттаун. Я сейчас прибегу по берегу, поэтому... Родной мой, давай. Я понял. Зомби какие-то сложные стали. А может, это мы просто... По берегу, я понял. Я бегу. Я вижу что-то, эту заправку, по-моему. Столько лута, пипец. Что это, морфин, адреналин? Я думаю, может, полнолуние на людей как-то влияет? Я не знаю, может быть, выходные, может, как-то так. Они какие-то все дикие. А ты видишь на берегу там домик, да, на острове? Пинки Гай, только не говорите, что это про меня. Пинки Гай, хай-о-хай, Пинки Гай, я вижу. I see you, bitch. Бич! О, мазафака, да! Вздыхай, мазафака, подыхай, мазафака, подыхай, подыхай, мазафака, бум-бум, мазафака, бум-бум. Чикалут, чикалут. Чикалут? Эй, Чика, смотри, это мой лут. Дурак, ты будешь поднимать? Ту-ту-ту-ту-ту. Как-то-то. Чё ты за панамку надела на себя? Ты же завидно, что ли? О, клей надо нюхнуть. Нюхни, тебя так вставит. Ты агрессируешь, поэтому надо клея понюхать. Мне нравится, везде начали разбрасывать тыкву. Я так понимаю, что у людей вот, что можно разбрасывать, то... Олег Брей нюхает клей. Ой, у меня все зеленое. Такое впечатление, что я это самое, не знаю, там, зеленки попил или спрайт опился. Так, я набрала всех патронов. Всего, чего только можно. Да, Шуля, зачем? Кобра, подожди, это кто у нас? Кольт. Ой, извините, я случайно. Меня штырит. Зомби появился, учти. Серьезно? 8 из 40. А я тебе могу зарядить, родной мой? Зарядить мне зачем? Опа. О, смотри, швейцарский ножик. Заберешь его? Нет, ты бери. Ты же хотел всегда швейцарский ножик. Так, а что? Слушай, знаешь, что я нашел? Ширнулся. Лежа, сейчас надо... Я кое-что... Штанишки? Нахера мне штанишки? Что такое? Два бинокля. Сэмми? Это что за говно? Это я выброшу. Так. Клип... Это ты там топаешь? Блин, почему я раз... Ты перезарядила что-то. Ты можешь мне подождать? Я хочу разобраться, в принципе... Я понимаю, но ты разбирайся, но я же на видео не могу стоять на месте. Поэтому ты разбирайся потихонечку. Нет, у меня нет смысла. То есть я взяла... Таблеточки. Даже... Антибиотики. Чирик! Пиздык! А, ну куку уже не хватает, он умирает с двух ударов. Да. Черт. Умирай, сука! Что так, топорик есть. Мне нужно какое-то хорошее холодное оружие. Хорошее? Так давай я тебе нож дам, два удара. А вот, вижу ножик. Да Шуля, ты чего? Ты как? Ты тут со мной? Давай, у меня швейцарский нож тебе дам. Да, так вот, ты же оставил его здесь. Нет, там тело бежит. Где? Тело, вон, черное, убежало в горы. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот, он на газ, смотри, пошли, ебанем его. Бери нож, два удара, и он труп. Не, родной, я буду его... Подожди, он лутает. А, ты его из ружья этого хочешь? Только надо один... Да что ли, патронов уже мало. Идем. Я его ранила. У него автомат. У него автомат, но я не знаю, воюет он или нет. Подожди, а ты где? Где-то, кретин. Куда он делся? Вон он.
Где? Он убегает, убегает, убегает. Внутри? Где он? Нет, он уже там за деревьями, твою за забором. Мать. Я еще шифтовать не могу, как назло. Идиотизм, а? С вами всеми посидею. Почему? Что случилось? Потому что страшно. Да что бояться? Тут ни музыки, ничего нет. Зомби дед. Еще хуже. А, зомби дед. Да вообще ништяк, ребята, не боимся, нет. Аптечку нашла. Бери, дурак. Или мне... Тихо. Я хочу кого-то вальнуть, у них обычно много лута. У кого? У ребят. Сейчас у меня, конечно, надо... О, сковородку тебе не надо? Нет. Это что? Missing Space. Вон он, шмырь, он к тебе идет, Дашулька. К тебе человек идет. Да, а, это бородач, иди сюда, мой сладкий. А что это он лег? Тепуть, а? Куда надымил? Иди сюда. Куда собрался, хороший мой? Иди сюда, дружище, я добрый. Я самый добрый человек на свете. Я вообще добрее всех, я самый добрый мишка. Иди ко мне, я сказал. Друзья, ты где? К воде иду, он меня к воде заманивает. Так ты его заманиваешь? Я сказал, что тебя? Я добрый. Он что? Вообще, он головой вообще вошел. Головой вообще вошел. Друзья, ты где? Я шел к воде. Так вон он сзади, вон же он в механике этом. Че ты тут вообще ушел? Вообще-то там другой человек в воде находится. Дашулька, тут много людей, тут не один. Понимаешь? Много людей разных. У него, учти, у него револьвер. Может, мы не будем начинать гасить первый? Давай начнем. Почему нет? Надо сразу нападать. Надо взять и бить его, бить и бить нахрен. А, что? Я думала, ты уже воюешь. Нет. Вон он вышел из воды. Чтобы навалить тебе... Бей, бей его. Он бьет зомби, я вижу, вижу, молотком. Родной, у меня настолько мало стамины. Может, не надо его? Он бы нас уже хотел... Если бы хотел, он уже вальнул бы. Привет, дружище. Может, не надо? У него револьвер. Он начнет сейчас... Все? Какой револьвер, дорогая моя? Сзади еще один шмырь, я вижу, вижу, вижу. Его прогнала. Прогнала Лалочку. Убила. О, умница. Убила. Вот это моя девочка, это наконец-то. Я уже думал, когда Дашулька кого-то убьет тут? Я сейчас тебя сама убью. Иди лутай, быренька, давай. Подожди, ты лутай, я хочу посмотреть, у меня тут вещей. Я понимаю. Револьвер, он бы, если б мог, уже бы убил, наверное. Логично, да? Ты думаешь, у него нет патрона? Нет, конечно. Подожди, сейчас сок наверну. Тебе и... надо... А что это появилось? Кобра мага... А вот кобра-то у меня сама есть? Кто это вообще? Кольт? Это я, наверное. Кобра есть. Так. В, там патроны меняются на В, по-моему. Или на Т, или на В. На В сейфти ставится. А ты мне расскажи, на Т, это какие мне выбирать? О! У тебя там небольшой выбор, невелик. 38%. Ой, 38 патронов. Да ладно. Ну все, огребай. Все, скидывай, я буду стрелять. Я же меткий. Серьезно? Да. Хорошо, лови. Да. Спасибо. Он ты заряжен хоть? У меня Missing Space, твою мать. О. Заряжен? Да, конечно. О, спасибо. Вот, меня... вот теперь начинается веселуха. У меня еще, учти... Так возьми день одежду. Нет места. У меня еще есть кольт. А вот кольт у меня что-то есть. А, у меня есть еще кобра-бокс. Давай выходить из этого города потихоньку. У меня еще кобра-магазин есть, учти. У меня кобровский... Давай я тебе дам еще. Я взял канистру. Я взял канистру в желании, что... Олеж, да. Да. Ну, мне некуда, да, Шуль? Я же тебе говорю, у меня места нет. Нет места, понимаешь? А что ты носишь? А, бинокль. Антибиотики, кстати. Жахни, если тебя били. Бля, листовой металл, какого хера его? Зачем ты это носишь? Я не знаю. Топор у меня есть, хочешь? Стрела зачем мне? Это что? Спортшот Магазин, зачем мне журнал? Топор лажа, не буду брать. Все, я взял канистру, я хотел заправиться, понимаешь? А ты видишь, машина. Что здесь заправлять? Да гэс вон там был. Гэс? Нет, я имею в виду машину, ты видишь? Машины нет, но мы же можем ее найти, правильно? Так, я возьму ножик. Ножик-шможик. Господи, мы выйдем из этого города, наконец-то. Я томейто взяла. Отлично, топтани его. Потом. Наверни, Дашуль. Наверни-ка помидорку. Сандач давай. Ты чё? Парад можно я зомби чего? Убью? Можно? Можно я? Не трать на него. Можно, можно, можно. Если осторожно. Есть! И грабли, класс! Из него выпали грабли. Ты наступила на них, нет? Мне интересно, тут действительно грабли разбросаны с целью троллинга? Я пока кофе выпью. С целью того, чтобы ты могла обороняться. Ты что, не смотрела, как фермеры, допустим, тех же ведьм сжигали? Ой, ну не. Я всегда была на стороне ведьм. На самом деле я тоже, если так вот взять. Раз... Я люблю сериал «Люди не знали ведьмы». Просто... Зачарованные. Мой любимый сериал с детства. Не понимали, то, что люди не понимают, они этого боятся. А в то время верили церкви, я помню, да, и, естественно, боялись всего, что... говорит, ну, все, что против церкви идет. Че...
Я вижу, да, они бочат друг. Завалил петушок, видишь? Вон он в кустах. Я взяла... Буба, сейчас. Иду. Я мастерски попробую подкраться. Он за дом дошел? Я знаю, вижу. Я стамину экономлю просто, если бегать придется. Так, петухи в доме, да? Он один же. Убил? Нет. Не... Где он, с дерева? Я не знаю, но он меня... Сука! Убил? У меня, да, меня зомби, или он, или зомби. Блин, у меня нет патронов. И у меня нет стамины. И нет здоровья. Мякоть. Все. Ху-ху-ху-ху, как у меня тело отлетело. Блин, дружище, сдыхай, ты умрешь первый. Ты наверное. Ты уже спаунился? Как он мог меня убить первым? Объясни, где пожалуйста. Где ты? Я какой-то жопе. Я отрисался раньше его, я его бил беспросветно, и я же помер. Я идиотизм помер. Просто лютый какой-то, серьезно. А ты мне скажи, где ты сейчас появишься? Я появился в Белфаст Airport. О, я тут рядом. Выходи на дорогу. О, какой-то чмырь появился. Будем драться? Чернышка, будем драться с тобой? Вали отсюда. Так, ты где? Иди на дорогу, я тоже возле Белфаста. О, мне показывают привет. Смотри, я тебе тоже могу. Привет! Здорово! Сделал, смотри, хоп. О, на H можно нажимать, и мы можем от третьего лица играть. Тут это работает. Я поднял руки и кричу. О, кто-то еще отрисался. Они дерутся, они дебилы. Почему они дерутся? Ну, потому что они дебилы, если он ответил на свой вопрос. Хорошо, дошли. Давай. I feel like taking out some players. I take some players. Я на дороге. А где петушок? Я что-то потерял его из виду. Какой дороги ты? Ну, к Белфасту. Ой, там стреляют. Больно стреляют. В Белфасте? А, возле аэропорта. Там несколько человек. Вижу. Я на дороге к аэропорту, но я предлагаю не идти к аэропорту. Аэропорт. А ты мне скажи, где ты? Я бегу на дорогу, бегу ножками своими маленькими. Давай, я перебегаю, пытай. Слушай, там что-то... Там, Гась, я вижу. Силово под черному просто. Вижу тебя. Беги, там они вышли как раз из этого приемного пункта. Видимо, стамина закончилась у инвалида Олежика. Ах ты, стамина. Твою... Знаешь, стамина звучит, как какая-то рыба. Я бегу тебя, я прикрою своей грудью тебя. Беги, прячься. Моя черепашка тебя прикроет. Хочешь взглянуть на мою черепашку? На твою черепашку? Взгляни. Она прячется, получается, куда? В панцирь свой, да? А ее можно как-то развеселить, и черепашка вылазит, да? В нас? Не знаю, я руки поднял. Зачем? Проветриваю, блин, подмышки. Как, зачем? Просто так бегаю. Хорошо, я побегу. Проветриваем, Дашуля. Это на что, забег с поднятыми руками? Вот это так. Мы горим. Ты горишь? Или у тебя горит? То, что у тебя горит, это, в принципе, нормально. Это привычно. А ты такой вредный, скажи, пожалуйста. Я не вредный, я говорю, я просто проветривал подмышку, это нормально. А у тебя там все запотело? Так, что черепаха, я так и не понял, Дашуль. Я тебе предлагала прикрыть, и я вижу... Прикрыть черепашку? Нет, тебя черепашка. Эй, Дашка, прикрой-ка черепашку. Олежка-пельмешка, Олежка-пельмешка, наш новый хит. Кто? Вайхит? Новый хит. А, вы... Ну, все уже ребята тебя называют пельмешкой. Кто? Меня никто не называет пельмешкой. Надо уже, знаешь, хэштег Олежка пельмешка. Нет, не надо таких хэштегов, не надо забыть. Все, ребята, вы поняли, теперь мы создаем... Машина! Олежа, где мы тут машину найдем? Олежа, машина? Я первая скажу, что он машина. А? Вообще, я первый. Ты хочешь, конечно, у тебя прорисовка лучше? Ничего подобного. Ноль. Кова. Ну и что, Дашулька? Ну, ты сядешь сзади, да? А то я буду пихать, да? Да. Флинстоун, Даша Флинстоун, да-ба-да-ба-да-ба-ду. Бади. Мне кажется, тут общается только этот альбатрос. Или альбинос. Альбатрос такой, блин. Ну, альбатрос, да. О, а там что-то горит наверху, пошли посмотрим. Че? Иди за мной и не отставай. Ты что-то покажешь? Ага. Что ты мне покажешь? Я покажу тебе... Как в песне пелась «Любовь», помнишь, да? Нет, о, это гоночный, это болид, смотри, это болид. Это гоночный болид. Рейс кар, да, смотри. Рейс кар. Это болид. Тебе придется выбрать. Это болид, детка, это болид. Олежа, либо я, либо болид. У кого что болит, тот о том и болит. И болид. Ну ты и болид. И болид? И болид. О, я вижу город. Мы как раз подходим к Монтегю.
Я вижу небо над головой. Смотри, твоя моцарелла, по-моему, уже того. Походу, моцарелла в небе. Немножко обухой, и я в антурунтет играю вместе с тобой сейчас. Боже, какой пустяк. Человек, 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 человек. Лутать хоть раз что-нибудь не так. О, это чернышка. Давай с чернышкой будем дружить. Hello, чернышка. А, чернышки не слышу, тут не работает. Да, а как вы говорите? Я не знаю. Как шпрехать за Deutsche? Deutsche? Уж клей, я вижу клей. Не надо нюхать клей. Ты же не Кассиус клей, зачем тебе это? Я нюхнула. Пара-пам-парам. Жулька, дай выжу. Тут тело, видимо, кого-то убили. Жулечка, быстрее. Ножик. Вот еще ножик. Быстрее. Иди ко мне. Нет. О, этих детских площадей я тут не видел. Заковерил? Ой, за ним двое. Я вижу, да, с топорами. С топорами, да, Шулька, с топорами. Кинь, пожалуйста, быренько. А, блин. Иди сюда. Быстрее бросай, уходи, уходи, бросай. Бросай, отлично. Молодец. Там три человека, Даш. Я вижу. Они бьются, давай посмотрим, кто кого прибьет, а мы остальных убьем. Давай, давай, тихонечко, я подхожу. Да ты не тихонечко, у меня стамина закончилась. Куда они вдвоем? Тихо. Я знаю, знаю, тактика, детка, тактика. Мне нравится. Они говорят? Да. Как говорить? Я не как помню, говорить? Какая кнопка. Би. Чё они шпрехают там? Ёбай, бабай, блядь. Какой бабай, ёб... Как говорить? Френд я напишу. Френд? Hello, I'm friendly. Всё, ушли. Ушли, отлично. Только они завалили кого-то, ты видела? Ну, мы с тобой тем же самым. Слушай, а я не помню этой детской площадки. Добавили, добавили, сейчас добавили. Мятинка! Мятинка? Замятинка! Зомби по имени Мятинка. Он мне клей выкинул! Ну, Шуля, меня немножко пугает такое чрезмерное употребление. Ты же склеиваешь, ты представляешь, что внутри твоего тела. Нам в детстве родители рассказывают, что если ты глотаешь жвачку, то твои кишки, спасибо, что слушаешь, что твои кишки будут склеиваться. Он поднял ручки. Мешок наверху, кто? Мешок, смотри, с лутом. Шуля. Он ручки поднял. Факер! Нифига, у него крутой скин. Не трогай его. Эй, факер. Ладно, не, давай не будем всех подряд убивать. Хелло, мота, хелло, фака. Ага, сейчас он руки поднял, а сейчас вот отвернешься. У него бы видно было, что он что-то несет. Хорошо, факер, пошли с нами. Там еще один. Но он как-то... Да, Шуля, он где сюда? Его бьют. Я вижу. Его бьют. Может, поможем ему? Давай. Ты решила друзей найти? Да. Вместе веселее. Давай. О, как думаешь, сейчас будет бить меня? Не. Факер, ты же не будешь? I want payback, он пишет. Хорошо. Привет, это дружище. Это не он. Этот активный, смотри. Этот надо убить. Этот все, этот перешел нам дорогу. Бей его. Да бей же. О! Да, стерну! На твоей могиле. Итак. Что, факер? Охренел, да? Это Олежа сделал. Факер просто в шоке. Он похож на Рейдена в этой шляпе. Да, Рейден! Рейден, давай. Подожди, это смесь Рейдена и этого... и Кенши. Мазафака, Мазафиеста. Блин, у вас название какое-то как чебуречное у вас что-то. Мазафиеста. Я не будешь убивать, Факер? Вот смотри, вот доверять можно человеку? Вот скажи, сейчас он убьет. Ой, там два зомби, там... Тихо-тихо-тихо. Что это? Видите, там два зомби. Я вижу. Я помогу тебе. Я справился с этим. Где ты? Тут церковь, по-моему. Выйди из зомби. Грешки, барак, пока рановато отмаливай, Дашуля. А, нет, это школа. Грешное дитя мое. Я не грешное дитя, я хорошая. Я белая и пушистая. Почему в школе два учебника? Да потому что учиться не хотят. Потом пишут, типа, я опоздал, пожалуйста, простите. Не будет так побольше. Ибо я не хотел. Азазас. Среднеобразовательная школа имени Азазас. А где эти наши ребята? Рейден? То есть ты его будешь Рейденом называть? Ну, он реально на Рейдена похож. Олегпринт! Человек, Дашулька, новый. Новый? Да, он в церковь идет, давай его увидим. Не в церковь он идет. Смотри, за ним еще... еще один? Да, это ж те, подожди, это те, которые спрашивают, френдли или нет? Нет. Это те двое. Нет, я решил, что ты мне поклоняешься, зачем? Подожди, не трогай его, не убивай, don't kill me. Я хочу книг посмотреть. Писанат... Да, он просит, don't kill. Don't kill me. А что он делает? I wanna play with me. Don't kill me. Что он делает? Это кто? Ой, это какой-то хрен.
Чувак, а я хочу залутать, у него много лута, Дашуль. Ты уверен, что мы его сможем взять? Не-не-не-не-не-не. А тебя... Он еще один идет цветной. Все равно нет. Что тут у него? Еще один цветной бежит. Еще один идет. Ты теперь их так называешь, цветным? Он развернулся и убежал. Кто-то на машине. О, еще человек, смотри. Да я вижу. Тихо. Ах, ты агрессивный. Сзади. Шуля, где-то машина. Че, все? Соснул танца? Все, ублюдок. Дайте одежду, дайте. Давай, Олежа, детка. Едут. Я только слышу. С какой стороны прячемся, они едут? Прячемся возле этой. Давай сюда, в детскую площадку, сюда не заедет машина. Давай. Откуда она кряхтит? Я не знаю, где-то близко очень. Вон. Где они? Звук пропал. А что он хотел, этот голенький? Я не знаю, что он хотел, но я подойду аккуратно, убью его. Он же попросил не don't kill. А, окей, хорошо. Хорошо. Как мы завалили, тут довольные такие трупы лежат. Слушай, а где машина была? Я не знаю, где-то, видимо, закончился бензин у нее. Опять? Где-то рядом завелись же, слышишь? Звук нет. Только что был завода прямо возле меня. Звук завода? Ну, звук завода движка. Шулечка. Кто-то заводился. Машина взорвалась. Я понял. Привет, Лалка. Привет, пока. Ты что ко мне развернулся попой? Вообще уже. Олени, это олени, смотри. Олени завелись? Во. Слушай, ну кто-то завелся и взорвался где-то рядом. Штаники! Олежа, подожди меня. Олежа, штаники. Я Грабар. Здесь даже. Что это? Сегодня, для тех, кто не понял, у нас хэллоуинские серии. Мы убиваем, мы ведем себя... Очень брутально. Жену, очень брутально. Мы не церемонимся ни с кем особо. Ну, кроме тех, кто... Вон машина, вон она едет, горит. Она вон уже они... никуда не поедет. Пошли, пошли, вольнем их. Машина пропала. Вон едет машина с аэропорта. С аэропорта. С аэропорта. Шайропорт. А где машина? Только что была машина горела. Подожди, так это ж тот, который просил не убивать. Смотри, чувак одевается. Это он? Нет, я не знаю. Это, да, это Члеба. Да, привет, это Члеба. Члеба? Брейн лох написали, понимаешь? Вот вся истина в одном... А, наверное, того я его убил, наверное. А, наверное, да. Обидка ебаная, понимаешь? Ква-ква-ква. На обиженных балконы падают. Сзади? Сзади? Привет, Члеба. Члеба. Члеба, привет. Привет, Члеба. Пансонат Члеба, привет. Чего я сказал? Пансонат Члеба. Что ты делаешь, Члеб? Члебушка. Я тоже так смогу. Посмотри на меня. What the fuck are you doing, Члеб? Посмотри. Шуля, ты что, качаешь пресс? Да, без рук? Ни хрена себе. Давайте вы рядышком ляжете и будете качаться. Вас, Члеба. Ну что, все, мои... мы пошли. Поплыли, давайте, ракушки. Как вы так... Я тоже так хочу. Давай, на перегонки. Давай, кто первый? Let's go. Поплыли, друзья мои. Плавающий, да. У нас такое было с дядей Женей, когда мы играли в Апокалипсис Нау, или когда так и называлось. О! Там был глюк такой. Здорово, чувак. А если лежа бить зомби, это сильно будет плохо? Он не услышит вроде. Зомби тут вроде не слышит. Хорошо, я предлагаю двигаться дальше. А куда ты хочешь? До Тейлор Бич. Как Тейлор Свифт, только Тейлор Бич. Тейлор Бич? Тейлор Бич. Тейлор, ты такая бич. Я предлагаю найти того, кто обозывал меня, обзывашка. Рингос, я думаю, я его убил случайно. Я просто не случайно. Я не гарантирую тебе. Покарать его в Хэллоуин. Я решила, пока ты будешь там... Боже, у меня три клея. Да, Шуль, дай я занюхаю. Так там еще есть. Нагри, я тоже хочу клей. Давай. Ох, Олежа, у меня все синее, я ничего не вижу. Давай закинемся. Олежа, я ничего не вижу. Пьем клей с Дашей и Брейном. Мне стало... Я только вижу зеленую луну, так что охраняй меня. Ля-ля-ля. У-ля-ля-ля. Олежа, я вижу только зеленую луну. Сосиски, и ничего вокруг. И собачки, котята и цыпляшки. Фух, меня так штырило. Тебя попустило. Ура. Ты снова вернулась в Антёрн. Тебя попустила. Как страшно. Сильно накрыло. Видишь, какой я вот поэт, понимаешь? Прямо на лету сочиняю тебе песни. А ты не ценишь это. Вот Есенина тоже никто не ценил, понимаешь? И вот так вот закончил. Я не успела даже свои 5 копеек ставить. Ну ладно. Канистра, а вон я вижу машину. Я вижу огонь. Блин. Я вижу, что машина горит. Машина горит. Машина горит. Машина у тебя пригорает? Угу, да. А у тебя нет починки для машины? Ха, я выбросил ее. Зачем? Зачем, Олежа, ты это сделал? Олежа, зачем ты это сделал? Зачем? Подожди, а где зачем? Зачем? Что тут такое? А там что-то горит, реально.
О, там тела, смотри на берегу. Тут скамеечка. Скамеечка, привет. Привет. Хочешь сесть на скамейку? Да. А давай переплывем туда, посмотрим. Там машины катаются, по-моему. Где? Тут, смотри, обмелело все, по-моему, нет? Не, я не хочу туда. Я знаешь, куда хочу? Mm-hmm. А, в тюрьму я не хочу. Давай, в Шарлотке мы были, да? В Шарлотке, давай, да, переплывать к тюрьме, и от тюрьмы будем плыть уже дальше. Кто кряхтит? Олеж, зачем ты кряхтишь? Да. Смотри, розовая мягкая моцарелка. Теперь она похожа на зефир. На зефир, да. Такой подшмаленный. Мне не нравится, что вода красная. Мне это очень тебя замучили, да? Вот тебя замучила красная вода. Это пунш! Это пунш! Я понял, это пунш, реально. Я когда был маленький, я смотрел эти вот американские, помнишь, фильмы, где они, вечеринка, и огромный такой чан с жидкостью, именуемый пунш. Мне всегда интересно на вкус, как этот пунш, что сладенькая это. Сладенькая вода. Я думаю, что это, типа, знаешь, ягодного какого-то алкоголя. Это с алкоголем. Не обязательно, на детских праздниках тоже или. А, на детских праздниках, да, там пунш без алкоголя. Так, я взяла свой швейцарский ножик, тыжик. Ножик-тыжик. Я помню, когда-то в детстве я доконал родителей купить мне нож. Ну, такой ножик, знаешь, вот маленький такой перочинный, типа швейцарского. То есть там было 100 хуёбин в одной, ну, так и называлось. А, я знаю, у меня даже такой ножик был. Да шули, вот костер горит. Давай вышечку залутаем. Они купили мне... Не вот залезешь, не лезь, там стоит колючка. А, я понял. Там, значит, я помню, была открывашка, штопор... Пилочки. Чистка, компас... по-моему, даже презерватив смотанный был, я точно помню. Алиш, ты же маленький, зачем? Я знаю, но вещи-то такие не для маленьких, а для разных людей. Я не понял, я поковырял. Мы играли в это, не в городке, как оно называлось, в землю бросаешь ножик и территорию себе делишь. Как в Расте сейчас. Я понял, откуда это пошло. Вот оно. Привет, чувак. Было весело, кстати. Было реально весело. Не нравилось. Ну, я потом увидел, что есть... А он начал ржаветь, кстати. А он был таким покрытием, знаешь, какой-то как пластиком сверху, чтобы он казался, как будто он никелированный. Нет. То есть не как швейцарский ножик? Нет, он похож был. Так, а ты не хочешь, кстати, экспириенс прокачать? Вот у меня тебе такое... это хорошая затея, кстати. У меня тебе такое вот предложение. Давай, наверное, бой. О, хорошо. Я хочу кардио. Оверкилл ты повышаешь, да? Да, ты знаешь, как-то темновато. Надежа. Темнота, друг молодежи. В темноте не видно рожи. Эх, ты романтика. Ну, я знаю только такое предложение этого замечательного стишка. А ведь можно было придумать что-нибудь оригинальное. Зайди, зомби! Где? Тебя чпокнул, пока ты думала, что в темноте делать. Я тоже лампу, пожалуй, уфну. О, так лучше. А что это за постройка эпичная? А вот тут лут. Причем много лута. Скажи-ка, Даша, ведь недаром мы залутали тут. На пару. Джейл Дур. Слушай, а что это я подобрала такое интересное? Это было... Штаники. В окно надо влезть. У меня был фонарик, по-моему. Да, был. Вчера. Уже нет фонарика? Mm-mm. Обидка? Обидка? Еще какая обидка? Подожди, мне интересно... Ой. О. Черная, да? Я кое-что нашла интересное. Я хочу посмотреть, что там за костер. Иди горит. Сюда, подожди, смотри. Винтовочка, я заберу. Взял? Конечно. Что я не могла взять. Почему? 8 зарядов, пошли нагибать, Дашуль. Один тебе, один мне. Давай переплывем на ту сторону, где костер горит, я перебью все. Давай переплывем, пожалуйста. Подожди, я не могу бить. Давай, что пожалуйста, ты... переплывем. У меня осталось 20%, поэтому сначала мне надо давай перемотаться. Давай лучше, сейчас я его убью. Убей его, пожалуйста. Я сейчас быстренько перемотаюсь. Мотайся. Кушаем, Олежа. Кстати, хорошая идея. Идет и топчет. Топчет. А можно не... Смотри, можно не плыть. А подожди, у меня же бинокуляр есть. А что ты хочешь там увидеть? Смотри, что там. Я морковочку съем. Там горит тыковка. Ну, что-то интересное в виде тыковки. Ну, пошли. Там два человека ползут. Они мониторят. Они возле полицейской машины, возле нее спрятались. И смотрят, ну, кто подойдет к этой штуке. Так может нам лучше посмотреть тюрьму повнимательнее? Тут всегда есть патроны. За машиной лежат оба. Ну так давай поможем. Я предлагаю здесь вообще закончить, как бы мы долго играем. А, я согласна. И продолжить уже в следующей серии. Это Унтер-Унтед с Дашей и Брейном. Упоротые, необычные, очень коварные, злые и психованные серии.
с небольшой долей юмора и пошлости. Разные истории и прочая фигня, да? Вундерунтед с Брэши... Брэши? Брэши? Еще Брэши не был. Даша и Брэйн — это Брэша получается, понимаешь? Так, они уезжают. По-моему, не уезжают. Я кофе как раз допила. Прекрасно. Прекрасно. Так мы заканчиваем, да? Да. Все, ребята, пока-пока. Пока-пока.